Хотим рассказать и показать, как из латунных заготовок получается готовый шаровый кран. Из латунного прутка латуни марки CW617N на этапе горячей штамповки в пресс-форме получаются такие заготовки. Следующий этап – малая пресс-форма, которая удаляет следы облоя. Еще и близко не нарезана резьба. И эти заготовки попадают в дробоструйку, где никелевой дробью обрабатывается поверхность, и мы получаем покрытие уже более-менее близкое к финишному. Следующий этап – гальванопокрытие из никеля. Изделие покрывается никелем, и остается только токарная обработка, после которой мы получаем готовые полукорпуса шарового крана. Их остается собрать между собой, добавив затворный шар, шток и прижимную гайку сальникового узла, уплотнительные сидельные кольца из тефлона, уплотнение штока в сальниковом узле, тоже из термостабилизированного тефлона, рукоятку-бабочку и прижимную гайку из нержавеющей стали с пластиковым кольцом, защищающим ее от раскручивания. В итоге, после сборки мы получаем шаровый кран, всем хорошо известный, серии Valtec Base.